Однажды маленький мальчик не послушался родителей и пошел гулять в лес один. Он шел, шел, играл в разбойников. А потом понял, что потерял тропинку и заблудился. Пытался звать на помощь. Но только птички щебетали вокруг. Вдруг он увидел пещеру. Сначала он испугался заходить в темноту один, но потом увидел, что начинается дождь, и чтобы не промокнуть, спрятался в пещере. Вдалеке он увидел огонек и пошел посмотреть, что это. Подойдя ближе, увидел костер, а возле костра сидела пожилая женщина. Здравствуй, мальчик. Что, заблудился? Хочешь конфетку? Давайте. Пойди, открой тот сундук. Мальчик побежал к сундуку. Открыл, а там много-много конфет. Он принялся их есть. Ел, ел. Количество конфет не уменьшалось. Казалось, что он наполнялся снова и снова. Мальчик продолжал есть. И только гора фантиков вырастала рядом с ним. Потом он почувствовал, что каждый его зубик болит и просит о помощи. Зубы болели все сильнее и сильнее. Вот, будешь знать, как одни конфеты кушать. На первый раз я тебя вылечу. Но только если ты пообещаешь кушать по одной конфетке в день, не больше, и чистить зубки утром и вечером. Я обещаю, почините мои зубки, пожалуйста. Женщина достала волшебную палочку, сказала заклинание, и зубки болеть перестали. Потом она вывела его из леса и показала дорогу домой. А на прощание дала ему мешочек с очень вкусными конфетами. Теперь мальчик не ест их все сразу. Он ест по одной конфетке в день и хорошо чистит зубки. И зубки у него больше никогда не болели.